Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о внутриканальных наушниках Vizer A15 Pro. Молодая китайская компания Vizer вышла на рынок персонального аудио в прошлом году со своей моделью Vizer A15, которая заслужила высокие оценки обзорщиков и аудиофильского сообщества в целом. Секрет дебютной модели крылся не только в отличном звучании, но и в высоком качестве исполнения, а также богатой комплектации. Но, как это часто бывает, характер звучания наушников пришелся не всем по вкусу. Нарекания искушенных пользователей вызывал излишне энергичный бас и акцентированные высокие частоты, что делало звучание наушников неподходящим для воспроизведения сложных жанров с большим количеством живых инструментов. Недолго думая, производитель выпустил обновленную версию модели Vizer A15 Pro. Приставка Pro, очевидно, намекает на более ровное мониторное звучание наушников. Так ли это, предлагаю разобраться в нашем обзоре. Наушники поставляются в черной коробке из плотного картона, сверху которой надета белая упаковка с качественной полиграфией. Внутри коробки, кроме самих наушников, можно обнаружить довольно богатый комплект поставки, особо не изменившийся со времен первой модели. Большой выбор амбушюр на все случаи жизни. 6 пар силиконовых и 2 пары пенных. Стильный чехол из кожзаменителя, щеточка для чистки сеток, брелок-медиатор и инструкция. Дизайн и конструкция наушников не изменились со времен прошлой модели. Все та же эргономичная форма корпуса, выполненного из анодированного металла, при правильном подборе насадок позволяет посадить наушники без проблем в любые уши. А благодаря заушной посадке вес наушника в ушной раковине практически не ощущается. Изменения претерпели заушины. На этот раз производитель сделал их более мягкими и эластичными, что также добавило комфорта при ношении. Сам кабель визуально не изменился, зато внутри, по заверению производителя, теперь проводник из монокристаллической меди 6N, что вкупе с бериллиевым напылением на динамиках излучателей вносит свою лепту в качество звучания новой модели. Как говорилось выше, производитель ставил перед собой целью создать наушники с максимально ровным и честным звучанием. И надо признаться, ему это удалось. Vizer A15 Pro не привносят в звук какого-либо окраса, а подают его как есть. Особенно это легко проверить на записях с живыми инструментами. Низкие частоты обладают отличным разрешением и текстурностью. Бас не сваливается в кашу даже на быстрых и сложных композициях. Количественно его немного, но с глубиной у A15 Pro все в порядке. Если на треке есть суббас, вы его услышите. При этом остальной частотный диапазон от этого ни капли не пострадает. Средние частоты звучат очень натурально и живо, без излишней сухости. Благодаря этому наушники отлично передают мельчайшие нюансы голоса и живых инструментов. Высокие частоты очень детальные, воздушные, но не агрессивные. Так что проблемы с сибилянтами возможны только на ярких источниках, либо на треках с низким качеством записи. Ближайшими достойными конкурентами Vizer A15 Pro мы считаем Ostrika C09 и iBasa AT01. С ними мы столкнем героя обзора лбами. Ostrika C09 после визоров звучат объемнее, но и немного более зажато. Сразу пропадает воздух, сцена сужается. Звук остриков кажется прилизанным и округленным, особенно на верхнечастотном диапазоне. Огрехи записи уже не кажутся такими явными, но и микронюансы инструментов перестают давать о себе знать. В целом, если вам больше импонирует мягкое и комфортное звучание, лучше остановить свой выбор на KC09. iBasa AT01 на фоне A15 Pro звучат куда энергичнее и теплее. Мидбас, как и у Ostrika C09, здесь куда более акцентирован, что значительно повышает эффект вовлечения. Однако из-за этого страдает хлесткость и контроль этого частотного диапазона. Средние частоты слегка отодвинуты на задний план. Опять же, нельзя сказать, что AT01 хуже или лучше, чем A15 Pro, так как разница между наушниками сугубо вкусовая. В заключение могу добавить, что лично мне наушники очень понравились. Не могу назвать их универсальными и советовать приобретению каждому без предварительного прослушивания, но Vizer A15 Pro однозначно стоит вашего внимания. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи!